Авария в Калмыкии унесла жизни троих дагестанцев. Столкновение автобуса с КАМАЗом произошло ночью. В пассажирском неоплане находилось 45 человек. Он направлялся из Махачкалы в Москву. В результате ДТП автобус получил серьезные повреждения. Погибли мужчина и двое женщин. Еще 5 человек пострадали. По поручению Владимира Васильева бригада Дагестанского центра медицины катастроф вылетела в Калмыкию на вертолете, чтобы на месте оценить состояние пострадавших и возможность их эвакуации для лечения в республике. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».